Кстати, после двух туров у вас самый большой фан-клуб в интернете. Да ладно. Да, я тоже видел. Но это не главное. Главное еще жюри. Поэтому в ближайшее время мы будем только спать и работать. Мы готовы. Вот и хорошо. Так, ребятушки, давайте меня с Тэмоной Глушакову. А, Константин Эдуардович. Мы же договорились просто Костя. А, ну да, Костя. Я хотела бы вас упроситься где-то с 3 до 5. С чего это вдруг? А у меня жених приезжает. Кто? Жених. Марин, ты меня что, совершенно не услышала? У тебя программа горит, а ты мне про каких-то женихов. Запомни, раз и навсегда, до конца проекта у тебя может быть здесь только один жених. Это я. Поняла? Поняла. А если кого-то что-то не устраивает, то никто никого не держит. Меня все устраивает. Очень приятно осознавать, что такой красивой девушке еще и ум есть. Ну где Стэмон и Глушакова? Давайте их сюда, ну! Где? Молодежка. Взрослая жизнь. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.